Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировский бизнес может не дождаться региональных мер поддержки, так считает вице-спикер УЗС Владимир Костин. В программе «Особое мнение» он прокомментировал перенос голосования по региональным законопроектам в сфере налогообложения с июня на июль. Представьте, вы руководитель, да и вы сейчас вообще принимаете решение не о том, сократить рабочие места или сохранить. Вы принимаете решение сохранить бизнес или закрываться, потому что те меры поддержки, которые существуют, во-первых, не всем доступны. Во-вторых, многие до сих пор сидят не открывшись. Те, кто работают, они часто работают в ограниченном формате с серьезными требованиями к организации самой работы. Поэтому бизнеса сейчас вот распутье. И мы в июле-то, опять же, принимая решение, может быть, уже частично потеряем те предприятия и получим все те же меры поддержки, которые придется государству оказывать, но уже через центр занятости населения. По мнению спикера УЗС Владимира Бакина, перенос, наоборот, никак не скажется на предпринимателях, поскольку у них есть отсрочки по уплате налогов. Напомню, что речь идет о снижении ставок по УСН и налогу на имущество. Программа «Экономика». Предприниматели лишатся поддержки, если не сдадут отчетность до 1 июля. Об этом напоминают в налоговой инспекции по Кирову. До июля нужно сдать данные о доходах компании и среднесписочной численности работников. Иначе последует исключение из реестра малого и среднего предпринимательства. Тем, кого в этом реестре нет, не предоставляют меры поддержки, как пострадавшим от коронавируса. Например, нельзя будет снизить тарифы по страховым взносам. Восстановиться в реестре можно будет только через год. Проверить, включен ли налогоплательщик в реестр МСП можно с помощью онлайн-сервиса сайта ФНС России, единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Экономика на 101 ФМ. 35 миллионов рублей – цена самой дорогой квартиры в Кирове, по крайней мере, из тех, что выставлены на продажу. Эксперты базы недвижимости ЦИАН изучили предложения в нашем городе. Квартира за 35 миллионов попала в десятку самых дорогих в Приволжском округе. Она находится в доме 89 по Карла Липнихта. Площадь самой дорогой в городе квартиры – 340 квадратов, она трехуровневая. Внизу три комнаты, две ванные, лоджии, балконы, а также кухня-столовая. А второй уровень – это 4 комнаты, кухня, ванная и туалет. Третий – спортзал круглой формы. Продать эту квартиру пытаются уже несколько лет. Цена за это время не изменилась. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 69.13, курс евро 77.54. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.